строительство атомной станции. Вы знаете, что россияне сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции. Владимир говорит, ну, слушай, мне надо будет платить по этим санкциям из бюджета, поэтому ты уж там посмотри, надо как-то договориться, ну, негоже нам санкции этих начинать. Я говорю, хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту, мы же за их деньги строим, взяли у них кредит, как вы у китайцев, и процент высокий. Я говорю, давай сократим процент до того уровня, как вы строите там в Венгрии, потом, по-моему, во Вьетнаме, где-то около 3%. Это как раз санкции мы не будем вводить, а это то на то придется. Ну и кредит, коль вы сроки сорвали, кредит мы будем выплачивать, допустим, начнем выплачивать, возвращать деньги не через 2 года, а через 5. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но договорились, что в этом плане мы будем договариваться. Другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку, а там большие деньги, или они подвигаются по срокам по кредиту. Это вполне нормально. Я вижу, отторжения у президента Путина на сей счет не было.